Несмотря на теплую погоду, в низменных районах, в горах Дагестана сохраняется лавиноопасность. В Сумадинском районе, недалеко от села Хушет, произошел сход снежной массы на одной из дорог. Местные жители расчищают проезжую часть своими силами. МЧС региона просит население воздержаться от дальних поездок и походов, а жителей высокогорных районов быть бдительными и осторожными.